четкая картинка, точное изображение и длительность использования. Новая рентгеновская система из-за границы поступила в край по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стоит она больше 17 миллионов рублей, но, возможно, для пациентов онкодиспансера скоро станет бесценной. Установка хоть и не лечит радикально, но продлевает жизнь однозначно. Эффект от эмболизации, если не наступит реканализация, достаточно долгий. От 3 месяцев делается кровоостанавливающая наша операция, и потом пациент возвращается в профильное отделение. Это либо урологи, либо гинекологи занимаются своими пациентами далее. Пациент в сознании, дискомфорта никакого. Процедура длится менее получаса. Причем операция максимально щадящая, без хирургических травм. Через небольшой прокол, через бедренную артерию вводится проводник, катетер, систему, подводится непосредственно к источнику кровотечения и туда вводятся сферы. В неделю проводится в среднем 5-7 процедур. Ежемесячные технические возможности оперблока 40 человек. А по поводу дорогостоящих заграничных расходников импортного оборудования медики пояснили следующее. Расходные материалы у нас, в общем-то, частично были приобретены заранее. Поставленное оборудование имеет гарантию производителя. Да? То есть в любом случае на территории нашей страны имеются организации, представляющие производителей и осуществляющие сервисное обслуживание оборудования. От своих обязательств никто не отказался. Благодаря новому оборудованию и современной методике лечения можно достичь стойкой ремиссии у пациента. А благодаря стабилизации состояния и выигранному времени врачи могут разработать для онкопациента дальнейшую тактику лечения. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.